По прогнозам синоптиков, в Украине ожидается ухудшение погоды, а нынешний февраль грозит обернуться самым снежным. Подобное встречалось только 43 года назад, когда высота снежного покрова буквально за полтора дня достигла 1 метра. Ну, неизвестно, имеет ли к этому отношение Леонид Ильич Брежнев, но бог с ним, пусть это останется в истории. Порядка 70 сантиметров было в 2013 году. Ну, а в этом мы можем установить новый рекорд. И поэтому для борьбы со стихией мы обращаемся ко всем словчанам. Если есть у вас возможность, вечером после работы придите и помогите немножко дворникам, чтобы самим нам было легче. Расчистите хотя бы перед подъездом снег, и тогда нам будет легче, и не так страшно будет выходить и по утрам, и по вечерам из своих домов, коттеджей и так далее. Мы обращаемся, давайте поможем сами себе. Тем более, что Славутич, в общем-то, всегда отличался тем, что оказывал помощь. Помните, наш город построен благодаря помощи нескольких республик Советского Союза. И, кроме того, достаточно важная информация для автолюбителей. Во-первых, в машине у вас обязательно должна быть лопата для расчистки от снега и, кроме того, горячий чай в обязательном порядке. И если вы все же застряли, обращаем внимание на телефоны аналитично-диспетчерской группы «Укравтодора». Действует по всей Украине. 044-287-1140. Есть электронный адрес. По Киевской области 044-200-0470. По Черниговской области 0462-661-893 или 095-271-43-74. Обращаем ваше внимание, что если верить одному из сайтов погоды, то холодный фронт вместе со снегом уйдет только 21 февраля. Постарайтесь расширить эту информацию как можно больше и передайте информацию своим друзьям-автолюбителям. Будьте осторожны в дороге.